27 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. Почетные награды педагогам округа вручал начальник управления образования Виктория Бунтина. Как поздравили воспитатели юные жители округа, расскажет наш корреспондент. Праздничный концерт – результат работы Татьяны Таиповой. Уже 5 лет она ставит вокальные и танцевальные номера в детском саду номер 129. Под ее чутким руководством не страшно выступать даже самым застенчивым ребятам. В детстве Татьяна Таипова мечтала стать артисткой, но привязанность к детям оказалась сильнее. Теперь совмещает 2 любимых направления – музыку и работу с дошколятами. После окончания института я пришла работать в детский сад и поняла, что это мое призвание, потому что я люблю детей, люблю преподавать. На самом деле это счастье работать с детьми. 27 сентября свой праздник отмечают не только воспитатели, но и все те, кто делает жизнь детей в саду комфортной, безопасной и вкусной. Это няни, медсестры, повара. Работать с детьми, ведь это непростой труд. И он обязывает ко многому. Это гиперответственность за то, чтобы ребенок не только оставался в безопасных условиях пребывания, но еще его надо за это время, пока родители на работе, научить чему-то. Конечно, вкусно накормить. Я вас поздравляю от всей души. Главные поздравления прозвучали от воспитанников детского сада. Они подготовили для любимых воспитателей песни, танцы и стихи. Воспитателям вручили почетные награды Московской областной думы, главы городского округа Люберцы и управления образованием. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.